Сейчас попробуй еще лучше. Ух, хорошо! Включайте музыку. Танцем я хотела лишь привлечь внимание, чтобы рассказать о самом главном, о декларации моего родового поместья, моей семьи. Это очень ответственный документ. Я сейчас сосредоточусь и начну. Декларация моего родового поместья моей семьи. Я женщина, разделяющая идею создания родового поместья, изложенную в книгах серии «Звенящий кедр России» российского писателя Владимира Николаевича Мегре, в которых говорится о будущей России, где государство предоставит каждой желающей семье безвозмездно в пожизненное пользование 1 гектар земли для обустройства на нем родового поместья. И вся Россия, состоящая из родовых поместий, превратится в прекрасный цветущий сад. Долгие годы люди скитались по земле. Живя в различных временных жилищах, люди мечтали о своем доме. Пришла пора вновь обрести место на земле для своей семьи, своего рода, обрести родину. Домом для здоровой и счастливой семьи я вижу свое родовое поместье. Каждая женщина мечтает о единственном мужчине. Мечтает создать крепкую и счастливую семью. Мой избранник, мой любимый и любящий, самый дорогой человек, у нас с тобой будет дом. Место, где можно отдохнуть от забот. Теперь для будущего дома нам предстоит живое поместье выбрать и воплотить в реальность. Усиливая знания, энергии и любви, рождая вдохновение, желаем мы совместного творения и радости для всех от созерцания его. Вместе мы будем осуществлять проект нашего родового поместья, высаживать деревья родовые, травы, сад и радоваться, как весной наши росточки расцветают, исцелит, напоит и, конечно, накормит нас и наших детей этот сад. Я буду твоей женой, твоим другом, матерью наших детей и хозяйкой родового поместья. Высокое предназначение женщины – родить и воспитать настоящих мужчин и женщин, которые шагнут дальше нас. В продолжение детям передать любви пространство. Наши дети, видя, что папа и мама счастливы, захотят продолжить жить так же, как мы с тобой, и они продолжат. Сделают это еще лучше, достигнут еще большего, чем мы. Любимый мой, вечность впереди у нас
с тобой. Знаю, что эта идея интересует не только меня. Она близка и понятна многим. В России и странах СНГ уже сейчас насчитывается 190 поселений, состоящих из родовых поместий. Люди за собственные деньги приобретают землю под родовые поместья и обустраивают их. У меня пока такой возможности нет, но все же я мечтаю о ней. Я Хаустова Ольга Геннадьевна, мне 38 лет. У меня есть две дочурки, Вероничка 7 лет и Маришка почти 5 лет. Я заявляю о намерении обустроить быт своей семьи в родовом поместье, где моя семья, мои дети будут пить чистую воду, дышать целебным воздухом и питаться экологически чистыми продуктами питания. Моя семья превратит предоставленный нам гектар в прекрасный оазис, и это сохранит любовь в нашем роду. Я хочу любить и быть любима. Я буду любить и буду любима. И если так поступит множество семей, то вся Россия превратится в прекрасный цветущий сад. Идеология родовых поместий все больше и больше влечет людей. Другой идеи, равной по силе, я не знаю. Я обращаюсь к правителям, ко всем способным и сильным людям. Пожалуйста, подумайте о ваших супругах, о ваших детях. Какую вы хотите подарить им среду обитания? Где будут жить ваши любимые люди? Какую воду пить, чем питаться? Чем будет наполнена ваша жизнь? И чем вы наполните их жизнь? Суетой и заботами, проблемами и стрессами? Или же радостью творчества и участия в сотворении великом? Хотите ли вы жить полной и радостной жизнью? Или же просто существовать? Я обращаюсь к народам разных стран, к властям, заинтересованным в процветании своего народа, с предложением о рассмотрении создания условий для более счастливой жизни семей, ускорив на законодательном уровне закон о родовых поместьях. С уважением, Хаустова Ольга Геннадьевна. Это моя мечта. А о чем мечтаете вы? Подобные декларации уже подписали более 150 тысяч семей. Они немного разные, но суть одна. С некоторыми из них вы можете ознакомиться на форуме сайта www.anastasia.ru.